Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение RimWorld в Hardcore SK. Что ж, мы кровати с вами поставили, это очень-очень хорошо. Поставим одну с вами медик, для медика, для больных. А, нам... так... Давайте, наверное, теперь... Давайте-ка теперь... Что теперь? Так, госпиталь, госпиталь. Так, нет, подождите-ка. Госпиталь на эту вот сетку. Сетку нам надо производство. Потом только госпиталь. Потом Ена. Электро. Так, потом. Да, электроплавка. Нет. Потом. Конденсационная энергия сразу до блины. Так. Потом только электроплавку. И нам срочно надо теперь вот эти вот ставить. Потому что уже сколько дней прошло, никого не было. Сейчас прибегут, я думаю. Так, надо перезарядиться всем. Я не понял, а чё вы там гуляли-то? С вечеринка там, что ли? Ну вы, блин, даете. Так. Давайте-ка вот так вот срубим тут. Сейчас надо построить срочно. Срочно нам. Производство. Камнерезный станок. Во. Так вот я думаю. Так, зоны расширяем сразу быстренько. А, так как я тьму отключил ивент, поэтому пока мы побудем с вами в темноте. Это на их стресс не сильно влияет. По-моему, на поздних стадиях игры уже будет сильно влиять, поэтому пока нормально все. Мне сейчас самое главное покрытие сделать покрытие. Так, срезаем тут все. Здесь мы приставляем кровать.
А, стоп, а чё это? Зачем? Чем, зачем? Так. Надо еще уборкой заняться, чтобы кто-то занялся. Здесь у нас тоже копать надо. Так. Блин, ты бы не там копал. Иди вот сюда пока покопай. Чё ты бегаешь от одной этой стенки к другой? Так, а чё у меня с деревом? Почему дерева-то нет? Чё-то не пойму, блин. Чё за... забрать? Блин, я столько дерева открыл, и вы чё, не забрали? Оно только валяется, что ли? Ага. Да, ещё, да? Ну, пускай таскает. Пускай таскает. Так, у нас... кузнец тут. Строитель, все, все нормально. Так, значит, производство. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Придется нам так. Так, ну здесь мы можем уже уменьшить, кстати. Чем мне 150 уже вообще не надо. Так, трупы, живот. Ага, все отлично. Так, и сейчас за едой надо. Опять надо сходить за едой. Так, где у нас еда? Еда, еда, еда. Да ладно. Прикалывайтесь, что ли? Куда вот этих вот сейчас буду мочить? Подумаешь. А вот она возле меня тут бегает. Сейчас мы с вами. О! Хотя они тоже теперь телячья кожа, поэтому тут уже разницы нет, кого мочить. Раньше они давали баф для медицинской кровати, бля. Теперь они не дают. Так, еще разметку надо сделать, где у нас будет этот. Медики всякие. Так, здесь у нас будет для гостей домик. 15. Я думаю, 12 на 6 надо. Так, а здесь? Да, вот так вот как раз. Я думаю, нормально будет.
А здесь мы с вами тогда сделаем... Так. У нас кровать сейчас, подождите, посчитаем. 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 12 на 7, походу, надо, да? 12 на 7. Что-то не то, подождите-ка, 12 на 7. Ладно, пока разметку так поставлю. Где у нас будет туалет? Блин. У нас все равно там очистилку нам. Пока без туалета вон. Крестно. Сейчас. Делаем тут. Так, пока там не копай. Здесь мы ставим с вами дверь деревянную. Блин, пища, 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 я забыл, забыл, забыл. Я забыл. Вау, сколько. Потом перенесем. Переносите, давайте. Пока мы убьем с вами Муфова. Убьем Муфова. Потому что сейчас опоссум вот этот начнет жрать. А, или сурикат. Мясо наше начнем жрать. Так, Волли пошла разделывать, отлично. Так, стоп. А у меня есть кулинария, разделочный стол. О, кухонный. Короче, давай. Я всегда запасаюсь побольше еды. Потому что бывают моменты, когда, допустим, 2 или 3 дня бешеные животные вас просто не выпускают из базы. Поэтому я и говорю, надо сейчас быстренько поставить вот здесь. Быстренько. Я ну поставлю. И здесь пока мы поставим... сплав, кофе потом разломаем.
давай иди строй. Молодец. Здесь мы говорим, нам нужны гранитные блоки. А? Положить на пол. Так, Ван, ты строй. Как у тебя дела тут? Так, ладно. Так, я не понял. Сюда мы поставим с вами печку, сейчас будем выплавлять. Отлично. Так. Ага, здесь смотрим. Так. Давайте-ка переносим кровать сюда. Приказы здесь копаем. И все, у нас каждый по своей комнатке теперь будет. И теперь, наверное, сделаем сейчас столовую. Тоже убрать надо камешек. О, а что-то, по-моему, раньше больше было для одной. Нет. С одного тайла. Или я ошибаюсь? Это носорог сейчас замочим. Все вместе. Так, сразу ставим сверху. Ну и все, мы почти заделали все тут. Так, а что у нас? Подожди, а что я... А, ага. А, подождите-ка. А, вон, что я поставил. Все, отлично. Ноу, никаких углей. Деревянные. Изделия, топливо, трава, сина, да, только на древесине. Какой ты, чё, блин, мне уголь нужен. Так, приготовить копченое, бесконечно, положить на пол. Так, создать. Здесь больше, по-моему, ничего не надо. А это мы разберем. Давай, доделай. Давай, докопай. Да докопай ты. Все, свободен. Здесь мы переносим. Да. Здесь мы говорим.
пускай пока будет медицинской кроватью. И сейчас проснуться и убьем. Ух ты. Вот этого козлину убьем обязательно. Как-нибудь все вместе. Носорога. Что-то слишком долго на меня никто не нападает. Что-то как-то подозрительно. А у меня... А, ну у меня еще 30 тысяч всего лишь колоний. Стоимость колоний. Так, здесь, значит, покрытие тоже делаем. Камешки убираем. А давай ты его замочишь, а мы тебя замочим. Так, а голод? Угу. Чё тут закрылся? Ты так развлекаешься, стоишь тут. Ну ладно. А, чё, у меня столько гранитных блоков нет? Так, сколько у меня там мяса опять? Надо еще сходить. Где у меня узели? Блин, у меня тут все везде раскидано, я еще ничего не подбирал, надо срочно все подобрать. Метеоритный дождь начнется. И все. Кирдык. Опа. Саблезубый кот. Это, кстати, я не видел в 14-й версии. Этого я не видел. Вообще вот так вот сделаем. Вроде все здесь, да? Ух ты, сколько много. А, вот еще, блин. Ты смотри, сейчас сюда этих пойду мочить. Так, значит, здесь у нас. Запретить все. Что здесь? Железо, да, будет? А, нет, оловская. Ово. Оловянная руда, оловянный сплав. Пыточный, повышенный. Так, горное дело, потом надо что-нибудь изучить. Так.
Ну, Воля сейчас на охоту отправим. Проснется. А, мне теперь, если я все раскопал. Да, если я все раскопал. Шесть на шесть, где-то так. Так, нам сказали, что корабль там, с помощью которого мы можем улететь, нашли. Кидали нам координаты, поэтому. Там долго мир грузился, я поэтому просто окей нажал и все. Мы все равно туда не пойдем. Мы, если что, свой корабль построим. Так. Получить, выплавить олово. Давайте-ка повторять до 300. А, Лолли, что у нас делает Лолли? Несет древесина. Давай, пускай донесет. Хотя нет. Некогда. Надо быстрее. Хавчик, 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 хавчик. Так. Так, где еще последний? Переносим. Сразу говорим, что... Ой. Приоритет у нас высокий у этих. Вообще отмена. Ну, смотрите, сейчас сверкат пойдет жрать. Тащи. Так. Так, Раймонд, какой спать? Иди перетаскивай, потом спать пойдешь. Вообще, конечно, хорошо было бы автоматизировать, поставить стол менеджмента, и чтобы они ходили на охоту сами. Но такая проблема, то что я говорю, когда автоматически они весь боезапас истратят, и бывает попадает по носорогу, по... Что у нас? Один, да, у нас? А, ну мы его сейчас замочим, это страшно. Страшно. Выспались, иди. Открывай. Так, здесь мы как встаем, сюда идем. Встаем, сюда идем. Здесь мы встаем, сюда идем. Встаем, да, идем.
Все, отлично. Я уж думал, блин. Кирдык. Так, Лолли. Идет разделывать. Срочно. А, ты у нас опять закрывай ворота. Здесь мы мебель, стол, доски. Так, 2, 4. 2, 4. Да, я думал, вот так поставим. И на этом мы с вами закончим серию. Продолжим в следующей серии. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.